здесь? Сейчас мы выпускаем годовик атлантического лосося. То есть это государственное задание. Согласно госзаданию. А какое количество? Сегодня мы выпускаем 20 тысяч. 20 тысяч? Да, общий план у нас 100 тысяч. И сколько времени вообще пойдет, когда уже будет взрослый? Промвозврат. Самцы в пределах 2 лет приходят, самки 4-5 лет. Скажите, пожалуйста, вот вы как директор рыбохозяйства такого, ну, достаточно большого у нас в районе. Как вот с охраной рыбы, с рыбоохраной, которая вообще здесь достаточно много браконьеров, вообще вот с этой проблемой? С этой проблемой я бы не сказал, что здесь очень много проблем. Я думаю, что инспекция просто все на виду. Инспекция работает, и я считаю, работает качественно. То, что у них, конечно, штат маленький, на 5 районов очень тяжело работать, но я здесь считаю, здесь они все равно справляются со своей задачей. Я хочу добавить, что это тоже бывший сотрудник инспекции рыбоохраны. Вот после инспекции он стал директором, знает все нюансы рыбоохраны, поэтому... Ну а реально у нас все-таки достичь какого-то, ну, можно сказать, приблизительного идеала, что не будут браконьеры? А почему бы нет?